Отчество Миша, а отчество Михаил? Да. Понял. А фамилия? Поддубняк. Поддубняк? Да. Вот это классная фамилия. То есть ты под дубом вырос. Тебя нашли под дубом или где? В магазине? А где тебя нашли? Я не помню. Где? Родили. Родили под дубом? Или где? В роддоме. В роддоме? А где это роддом? Под дубом? Нет. Нет? Хорошо. А тебе сколько лет? 7. А что ты в теннис решил играть? А чё в футбол он играет, а ты в теннис пришел? В интернете? Ты интернет знаешь? Да? Играешь в интернете? Выиграешь? Нет? Просто посмотрел. Просто посмотрел? Ну, разбирайся уже, да? Ты бегаешь быстро? Да. А в чем мы пришли? Как мы бегать? Это что? Это спортивные. Спортивные такие? Да. Ну, вообще... Нет, да? Ну, скажите, мы с ним. Ну, ладно. Хорошо. Давай, побегай. Так, давай вот до сих пор. Внимание. Марш! Выключи глаза, как какой-то век. Иди спокойно. Когда-нибудь типа хореографии чем? Нет. Гимнастика, нет? Я сказал, типа хореографии это... Ага. Так, еще раз. Еще. Дальше прыгни, вот сюда. Так, хорошо, назад. Право. Куда легче прыгать? Лево или вправо? Ну а куда лучше прыгать? Дальше, куда ты прыгаешь? Ну прыгни еще раз. Ну теперь сюда. Значит он левша? Нет? Видите? А прыгает лучше влево. Бери, а? Бери мяч. Два мяча. Давай. Ко мне руку правую. Бросай мяч. Или сетку перебрось. Давай. Молодец. А ну еще. Так, молодец. Желание есть. Возможностей пока нет, но будем надеяться. Давай, еще. У тебя желания опережают возможности. Давай еще. Не надо так руку, не надо разминать больше руку. Смотри сюда. Ты мячик кидал когда-нибудь или камень бросал? Смотри. Зачем ты на вытянутой руке? Рука вот здесь, вот так, встань сюда. Марина, вот так ты кидаешь, вот так. А ты вот отсюда смотришь. Понял? Давай. Давай мячик. Во. Так, ты готова. Давай. Бросай. О, видишь, сразу другой бросок. Я тебя научил бросать мяч. Еще раз. Молодец. Так, давай мне мяч второй. Поиграемся с тобой. Давай. Ты должен поймать мяч, чтобы он не упал на пол. Понял?
лови. Он не упал на пол. Давай. Ну а чё ж он падает? Успей. Да. Ты у нас тренируешься? Только пришел, хочешь тренироваться. Давай. Так. Вань. Да, разговаривай. Артем. Артем. Хорошо. Берем, посмотрим, что выйдет, чтобы понять, что это нужно, чтобы какое-то время прошло, чтобы мы посмотрели, чтобы он походил, чтобы ему было интересно и нам было понятно. Хорошо? Да, нормально.